Приветище! Это Зельда Слезы Королевства, и мы продолжаем прохождение этой игрульки. Со мной здесь Енопка. В комментариях пишет: ну почему ты его называешь Енопка? Енопка — это же его компания. Ну вообще, как бы да, Енопка переводится как Юноба и корпорация. И сокращенно получается Енопка. Но мне просто нравится Енопка, поэтому я его Енопкой и называю. Так что не заворачивайтесь насчет того, что я что-то как-то не так про кого-то он сказал. Значит, у нас тут есть 6 замков. Ой, 5 замков. И нам их нужно открыть, чтобы попасть туда. Туда, где запечаталась Зельда. В комментариях уже пишут: да по-любому это не Зельда, это какая-то нечисть. Просто в облике Зельды, а лицо у нее будет другое совершенно. Вот нам это нужно узнать. Что ж, вот на карте... Ой, где у меня карта-то? На карте у нас стоят здесь точечки. Вот на первом уровне. Короче, по всем этим точкам нужно пройтись. Там будут открывашки замков. Их открываем, собственно, и идем мочить или спасать Зельду. Я даже не знаю, как правильно сказать. О, сундучок. Давай заглянем. Кстати, правильно подметили, что здесь очень сильно раскалены мои рога. 10 стрел пригодятся. Раскалены они, потому что здесь очень горячо. И чем горячее, тем сильнее я бью своими рогами. Напоминаю, что когда я делаю ультраудар какой-нибудь, типа вот такой вот, то у меня из рогов пламя. Видал, какое пламя выбрасывается. Так что это бонус такой своеобразный. Как нам туда проще пробраться? Можем залезть. Давай, вот. Полезем. Надеюсь, мне хватит селеханек моих. Вообще здесь как бы надо вагонетки использовать. Тут вон даже рельсы есть. Но мне с вагонетками как-то не хочется тут морочиться. Мы сделаем попроще. Берем щит. Желательно менее прочный. Вот такой вот пойдет. И теперь погнали. Огненные големы, привет. Надо их как-нибудь... А, подожди, где? Стой. Где у меня щит с гидрантом? Вот. Поливай. Давай, туши. Затушил его. Все, рассыпался. Ой, он теперь стал обычным каменным големом. Обычного каменного нужно валить. Камнеглыбник, он у меня с деревянной ручкой, она тут нахер сгорит. Поэтому ладно, позвоночника попробуем шлепнуть его. Не, бесполезно. Бесполезно. О, Дарук, спасибо. Ой, Дарук. Юноба, спасибо тебе. Пойдем второго затушим. Вот это. Кстати, я где-то видел, что... потому что у меня двуручное оружие, ёлы-палы. Давай, вставай. Поливай. Все, он должен был остудиться. Остудился? Ну, я хотел его взять, Юноба, ёлы-палы. Короче, была возможность этот глыбник поднять, который был остужен. Я бы не обжегся. А тут тем временем я нашел вагонеточку, которая нам пригодится потом. Поставлю ее пока здесь. Да, и у меня одно сердечко отобрали, что очень грустно и печально как-то. Это что у нас такое? Давай ударим. Ага, прикольно. Это у нас типа стрелка местная. Направление меняет. Хорошо, поехали. Догоняйте, ребзики. Что у нас здесь есть? Тоже стрелка. Еноба! Куда ты улетел наверх? Мне тут твоя помощь нужна вообще-то. Еноба, давай мочи его. Я здесь постою. Смотри. Ну ударь его. Еноба! Да. Это хороший замах. Отлично. Вот и все. И сдохла эта механизированная тварина. Еноба, конечно, очень долго думает, но, видимо, у него масса не позволяет быстро действовать. Ох ты, что это такое блестит тут? Ржавая алебарда. Но она, кстати, она просто ржавая, она не под миазмами. Ага, забрать-то не получится. Ладно, алебардочка, будь тут. Я, к сожалению, тебя взять сейчас не могу. У меня в сумках тоже очень важные предметы. 10 стрел. Теперь нам нужно взять правее, скорее всего. Сейчас. О, прикольно. Даже самому разворачивать ничего не надо. Поехали обратно, ребята. Кто бы мог подумать, что под землей нас будет ждать метрополитен целый, да? И вот тебе, пожалуйста. Так. Шлепни его сюда.
Что-то я сделал, но я не понял, что я сделал. Я переключил, по всей видимости, стрелу. Значит, здесь еще куча вагонеток. Зачем столько? Я без них хорошо вообще обходился. Что-то я все никак доехать не могу до нужного мне. Мне нужно вот сюда. Это значит, мне нужно ниже спуститься, да? Пойдем-ка посмотрим. Сейчас, вагонетка. А, вон оно что, вон оно, я понял. Да, сейчас, поехали. Короче, стрела теперь стоит налево, а мне нужно поехать направо. Сейчас все поймешь. Поехали. Инопка, заряжайся. Вон, видишь, стрелочка налево, а мне нужно направо, вон туда. Есть, все, поехали. Сундук. Понятно, вагонетка уехала без меня. Ну не мог же я бросить сундук. Что там у нас? Стрела. Да что ж так много стрел-то? Енот, привет. Что там? Куда нас эти пути вели? Сейчас посмотрим. Ай, упал. Ну не страшно на самом деле. Я сейчас схитрю. Очень сильно схитрю. Значит, вот они пути идут. О, привет. А я тебя сейчас водой залью. О, смотри, ему плохо от воды стало, офигеть. Ой, он сжегся. Ну, ничего страшного. Лук не буду брать. Значит, мы сейчас, смотри, как хитро делаем. Поползли. И поехали, йоху. Надеюсь, мне хватит мощи туда доехать. Смотри, какой жирный мячик там внизу. Что, туда спустимся? Так, я предлагаю... Черт. Вот сюда спуститься. Опля. Потому что там нас могут подстрелить. А здесь у нас как раз точка стоит. Нам как бы вот сюда надо было. Стой, это что такое? Шлагбаум, что ли? Хоп, забавно. Шлагбаум. Там вижу, чья-то моська торчит. О! Давненько с тобой. Иди сюда. Помоги-ка мне. О, блин. Есть некие сложности. Давай, шлепнем ее. Походу, мы промазали. Хьюстон, у нас проблемы. Есть. Готово. И сам справился без енома. Стоять. Ядро щитоеда улетело. Ну и хер с ним. Давай посмотрим, что в сундуке. Занаровый щит. Великолепно. Это-то нам пригодится. Енома. Тащи свою плотную мышцу сюда. Тут есть важное для тебя месте. Не знаю, получится, не получится. Ой, я, кажется, еноба в лаве утопил. Так, значит, не получится. Значит, нам нужно как-то сверху попробовать, что ли. Еноб, иди сюда. Сверху на трамплинчик, типа, и туда. Ага, не получится так. А если вот отсюда, с камня, и типа туда... О, а так прокатило. Ну все, пойдем. Там вот смотри, какой здоровый. Сундук, замок. Я чуть не упал в лаву, опасно было, капец. Смотри, Линк. Да вижу, я вижу. Эта штука похожа на гонг. Но что это на самом деле? Так, наверное, гонг и есть, давай вдарим. Вот отсюда должно тебе хватить трамплинчика. Погнали. О! Ничего себе. Это был первый замок, то есть мы даже... Получается, это навесной замок. Их всего 5. Придется попотеть. Да ничего страшного, тут и так потно. Очень жарко, я бы сказал. Так что пот — это сейчас наше все. О, шарики. Гляди-ка. Здесь гидранты. Ну и пусть будут гидранты. Ну что, я так полагаю, нам теперь через шлагбаум нужно ехать. И тут, кстати, один рабочий гидрант. Или не рабочий, не знаю, он вечно поливает водой. Его можно шлепнуть на нашу вагонетку. Сейчас развернем. Вот. Пусть работает. А, черт, перестало. Ну и черт с ней. Сейчас поедем. Так тогда. Ну все, поехали. О, у меня скоро голема резак сломается. Ох.
поменяешь, окей? Да, вот сюда. И стоять. Смотри, сейчас вагонетка упадет. А, нет, не упадет. Так, подожди, так это мы вернулись обратно. Оттуда, с чего все началось. Угу. Значит, идем тогда сюда. Вот это нажмем, посмотрим, что сделает. О, как опустилось. Это нам на руку. Голову тут сломаешь. С этими стрелками, вагонетками, рельсами. Все, едем дальше, ребят. Ага, ага. Юноба, давай бить вот эту штуку. Ты же сможешь? О! Сломали! Смотри, что у меня тут происходит. У меня тут, короче, запор. Лавовый запор. Там, видишь, короче, что-то во что-то воткнулось. И, короче, пластины лавовые охлажденные никуда не уходят. И у меня получается вот такой вот мостик. Благодаря запору мы проникли сюда. Мой меч! Ладно, буду щитом прикрываться. Где мои помощники? Юноба, ёлыпа! О, тюлин, красавчик! Взять меч, меч, меч! Не получилось. Юноба, давай, добивай его! Красавчик! Я даже без оружия опасен, когда со мной рядом друзья. Юноба, готовь свои колобковые силы. Сейчас будем заряжаться. Ага, открыли первый и последний замочек. Ну ладно. Осталось три! Линк, пошли! Пошли, пошли. Давай только карту посмотрим. О, над нами. На четвертом уровне получается. Нифига себе. И еще где? Вот здесь вот на первом уровне. И здесь на пятом уровне. Ага. Давай-ка я попробую подняться наверх. Если мне это дадут сделать здесь. А они все это ничего тебе не дадут. Вот, давай попробую подняться. Там есть окошечко. Я тут, конечно, могу подгореть немножко. Но, в принципе, я передохнул, типа. Здоровье, конечно, не к черту опять. Вот мы уже и на третьем уровне. Тут есть мостик. Я надеюсь, что мы... Да! На этот мостик можем телепортнуться. И что, на каком этаже? На четвертом! Великолепно! И вон горк сразу! Вот это да! Показываю, типа, как пробить вон тот гонг. При помощи вот такой вот штукенции. Давай мы его развернем, правда, в другую сторону. Опля. Ну чё я на... Не, криво. Во! Чё я на... Попробуем? Надо, конечно, повыше шлепнуть, но... Не, не достанет. Надо повыше. Смотри, там, короче, гидрант есть наверху. И вот этот кусок мяса, будем его так, каменного мяса, он преграждает этот гидрант, чтобы вода не попадала на лаву. И мы сейчас разбомбим эту штуку. И вода будет на лаву падать. Да, то, что надо. И вот эти блоки будем брать и подкладывать. Ну, короче, вот, я психанул немножечко и решил тупо сделать мостик. Через вот это вот все. Безобразие. И должно вроде бы как получиться. Все шикарно получилось, но только немножечко пониже нам надо опустить. Прямо в гонг. Ну что, Юноба, тут по прямой. Поехали. Залази сюда, вот так вот, да. И прям туда давай. Фигач. Да, ё-моё, он даже там умудрился. Может, я мечом тогда шлепну? Надо сильно ударить, правда. Да. Это будет сложно. Может, удадим? Не, сейчас мяч убираю его скорее. Он сгорит к чертям у меня здесь. Гонг еле качается, если честно. Юноб, ну че ты, елки, не можешь нормально залететь? А вот я. Поехали, я тебя прям туда дотащу. Поехали, поехали, поехали. Давай. Есть, наконец-то! Осталось всего два! Поторопись!
Поторопимся, я знаю, что ты хотел сказать. Нам всего-то теперь нужно наверх доехать. Вон туда. Вот эту штуку давай жмякнем, посмотрим. Ага. Непонятно, что произошло. Ну, в общем, как бы... Нам нужно вон там вот что-то сделать, видимо. И что-то не делать лучше. Не ясно ничего. О, погоди. Телепорт здесь словит? Нет, наверх. Не. Вай-фая. Нет вай-фая. Не словил нифига мой телепорт. А, кстати, что если вот сюда вот попробовать? Давай-ка возьмем наш чудесный мостик и прям вон туда. Что, не хватает, что ли? Вот так же хватает. Ну-ка. Мостик просран. Великолепно просто. Давай-ка мы с тобой скатаемся куда-нибудь вместе. Или не скатаемся. Все, до свидули. А, ты что, не уехал никуда? Я промазал. Готово, разобрались с этими чунгачкуками. Берем, короче, у них вагонетку потащили. Сейчас там будут прыжки, как форсажи, елки, наверное. Там, видишь, просто обрыв. Нам нужно как-то опустить все это дело. Ну как? Я думаю, что как-то вон там. Ну, в общем, я хочу форсажа. Погнали. Я просто там сейчас спрыгну. Не-не-не-не-не-не. Опа! Вот и все. Я, правда, не знаю, что дальше делать, но сейчас, я думаю, разберемся. Куда-то телепортируюсь. О! Я внутрь попал, что ли? Серьезно? Приветики. На 5-м уровне. Обалдеть. Вы представляете? Железные жестяные банки роботизированы. Я на 5-м уровне. И что мы тут будем делать? Вон там есть отверстие. Пойдем-ка. Отсюда видно будет, нет, переключатель? Нет, отсюда... Ёлы-палы! То ж так мостики делает дыряво. Угу, он с другой стороны. Пойдем посмотрим. Надо ли мне оно туда спускаться? Ну, давай спустимся. Вот он, этот выключатель-переключатель. Ага, все, он опустил этот мостик, и мы теперь спокойно можем сюда подниматься, вообще беспрепятственно. Но нам уже как бы незачем. Мы просто воспользуемся телепортом. А вот и я. И моя горящая башка. Значит, нам еще выше, по всей видимости, потому что мы сейчас на 5-м уровне, да? И это... А это на 1-м уровне находится. О, нам вниз тогда надо. Ты посмотри на эту паутину из рельсов, обосраться можно. Короче, фишка в том, что вот сюда, на 1-й уровень, чтобы попасть, нам нужно взобраться на самый верх, потому что рельсина, которая ведет туда, ну, то есть в эту башню, она наверху. И вот туда мы попадаем, и потом в самый низ падаем. Я надеюсь, я понятно объяснил, да, донес информацию, которую необходимо было, чтобы ты понял, что здесь сейчас происходит. Смотри, куда я попал. На 3-м уровне тут склад оказался. Ракеты, пропеллеры. Ух, красота. Че, не попал? Отстань. Не крафти ничего. Вроде получилось его сбить. Чтоб он ничего... Ладно, кажется... Ага, я перепрыгнул. Через скакалку не получилось перепрыгнуть. Давай еще раз прыгнем. Ага. Он прям наверх... Жарил меня. Не получилось. Ну ничего, у меня есть еще попыточка. Получай. Многоглазая тварина. А что ж такое-то? Падай уже. У меня лук сейчас сломается. Попал, не попал? Не попал. Вот так вот, все. Сломался, что? Юноба, что ты делаешь все это время, пока я тут сражаюсь, пока меня тут... Рок голема капитана ГК 2.15 чиромонтажу. Обалденно. Юноба, чем ты занимаешься, пока меня тут убивают? Жарят из меня шашлыки и все такое. Ракета, ракета гидрант. Вот ракета это хорошо, конечно. Что в сундуке у нас? Наверное, как обычно, стрелы. Видимо, босс у нас будет как-то связан с дальнобойным оружием, я так полагаю. Короче, хочу сейчас
расформировать свои щиты. Где они, блин, елки, запутался. Вот. Демонтировать. И прикрепить на них ракеты. Один готов. И второй готов. Ну чё, полетели? Только вверх. Отлично. Четвертый этаж. А слушай, я так понял, что мы на самом верху. То есть как бы дальше-то и некуда. Поэтому погнали. Вроде бы как... И зря я лез еще выше. Ну, незачем просто. Нам вот сюда надо было скатиться. И вон там дырка вроде как. Ну-ка, пойдем посмотрим. Это вот эта дырка нам нужна. Тут мост вообще. Значит, что-то не то. Ну, я где-то рядом с замком. Но раз он выше, то и мы взберемся повыше. Че бы нам бы и не сделать этого. У нас к тому же щит есть специальный. Погнали. А вот и гонг. Как быстренько мы сюда попали. Слушай, а вот этот интересно. Кубик поможет нам ударить в гонг? Не. А если с размаху? Не, бесполезно. Ну и фиг с ним. Юна, походу без твоей каменной башки не обойтись. Еще чуть-чуть, остался последний. И чтобы до него добраться, тут видишь, Эльсина сломана. Чтобы до него добраться, нам надо вон туда. Вон туда. Че ж, полетели! Вот и прибежали мы к этим рельсам. Осталось только тупо туда подняться. Поехали. Посмотрим, что там наверху. Здесь должно быть что-то, что позволит нам спуститься в самую глубину ядра первого этажа. В общем, как оказалось, чтобы добраться до этого замка, нам нужно пробить вот эту вот мясную каменную кучу, из-за которой я просрал свой мостик. Ну, кстати, там где-то... А, он уже, наверное, в лаве давно. Здесь есть остатки другого мостика. Сейчас мы попробуем что-нибудь намудрить. Типа какого-нибудь трамплинчика или что-нибудь подобное. Во, должно сработать, Юноба. Давай пробнем. Эх, низковато, надо повыше. Есть! Сломал! Сломал. Теперь надо туда как-то попасть, аккуратненько. А вот и я. Делаем теперь вот так вот. Вот оно, огромное отверстие. Спрыгиваем в самый низ. Хотя нет, тут вот есть сундук, поэтому не в самый низ. Надо все проверить. Големорезак ГР-2. Вместо чего бы его поставить? Рубинорезак выкину. Это заберу. Рубинорезак нам здесь вообще никак не поможет. Тут и так очень горячо. А рубинорезак, он же огнем пуляется. Так что огонь здесь никому не страшен вообще, на самом-то деле. Юноба, давай уже вдарим в гонг и пойдем спасать Зельду. Длинный занаровый меч, ну ё-моё. Давай вот это выкинем. Я просто хочу вот это вот зачаровать. То, что я только что нашел. Ну-ка. Оу, плюс 30. Плюс 30. У меня теперь крутяцкий меч есть. Очень мощный. Прикольно.
Оставлю его на случай важных переговоров. Юноп, давай, покатили уже. Долбить в гонг. Линк, все замки открыты. Значит, и дверь открыта. Пошли скорее. Погнали, погнали. Наконец-то увидишь свою Зельду. А как тут... А, вот тут, наверное, вот эта вот штука поднимет нам ворота. Ага. Ну что, делаем ставочки? Я, если честно, тоже думаю, что там не Зельда, там лже-Зельда какая-нибудь. Типа как лже-Ганон и что-нибудь такое подобное. Сейчас узнаем. Нет, это не то. Нам надо вот сюда подойти. Пароход открыт. Быстрее разберем эти красные камни и спасем принцессу Зельду. Может, не будем? Нет, нам как бы надо разобрать. Но и в то же время надо будет напихать этой Зельде конкретных таких люлей. За то, что она натворила тут. И чё? Как будем ее выковыривать оттуда? Из этого прыщика. Надо, чтобы ты туда шмантель... Подожди, тут есть какие-то штуки. Если он вот так вот... А ну-ка, давай попробуем. У тебя хватит разгона? Сейчас я его вот сюда. Ну-ка. О, нормальненько. А где же Зельда? Это... монстр! Я думаю, что пришло время. Нет! Зельда! Внутри монстра! Губитель храма огня. Гранитная кхома. Линк, нужно ее оттуда вытащить! Че, походу, меч для важных переговоров надо доставать. Юноба, давай по ногам. Отлично. Значит, надо бить по ногам. Где там меч вот этот мой? Юноб, давай сюда. Шикарно. Так, что, в глаз надо долбить, да? Погнали. Ну же. Я поднялся вместе с этой глубиной. Отдыхаем. Ой, она меня скинула, и я сдох. Ну вот. Ну что, попытка номер два. И именно с того момента, когда он меня сбросил. То есть по ХП у него то же самое. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не убегай от меня далеко. Вон, по той ноге. Отлично. Сейчас будем... Оу. Это взорвется, да? Давай вон туда. Готово. Бежим скорей. Погнали! О, смотри, там эта капелька! Он выпадает сверху! Берегись! Ну, ух ты, ух ты, ух ты, надо отсюда выбираться, это что за минное поле, бежим! Он нас прям окружает этими... минными, мясными, каменными фекалиями. Опять. Да что ты будешь делать-то с ним? Какой вредный мастрюган. Давай-ка мы ему лапки достанешь? Мимо. Промазали. А если я с луком попробую в него попасть? Да что-нибудь мне даст? Что-то дало. Ну, катай!
Но не так, чтобы прям сверху. Надо его скинуть, а чтобы его скинуть, надо грамотно попасть ему по ногам. Еноба! Вон туда, погнали! Сейчас должны. Черт! Ни в одну ногу не попал! О! Юноба там достается. Вот сейчас должно. Есть! Есть! Сбили одну ногу. Шикарно. Сейчас я ему задам. Бежим скорее. Конечно, завалим. Там чутка осталось-то. Сразу же подбил ему еще одну ногу. Сейчас я ему задам. Готов. Ну, как мы выяснили, лже-Зельды здесь никакой не было. Ну, наверное, тогда это были галлюцинации или послания Зельды. То есть, ну, Зельда вечно послания отправляет какими-то загадками. Вполне возможно, что все это делала Зельда, но с каким умыслом, мы сейчас, наверное, поймем. Эта капелька нам расскажет. Юноба, мой дорогой потомок. Этот голос... Это... Ты все время говоришь с нами, Гора? Да, я твой далекий предок. Воин Горонов, служивший первому королю Хайрула. И мудрец, управляющий огнем. То, как ты бросался в атаку, впечатляет. Я горжусь тобой. Ты настоящий ворон. Этого монстра прислал король демонов. Филе де гранит — его работа. Он должен был помешать тебе заполучить этот камень. Этот тайный камень. Король? Камень? Да. Звучит таинственно, не так ли? Я тебе все расскажу. О войне заточения и судьбе нашего народа. Это произошло в далеком прошлом. Вскоре после основания Хайрула.
Король демонов напал на королевство и его мирных жителей. Он был беспощаден. Первый король Хайрула, Рауру, вместе с 6 воинами, решил дать ему отпор. Для битвы с Ганондорфом Рауру дал нам тайные камни. Камни, усиливающие способности их владельцев. Один из них достался мне, как мудрецу огня. Я ринулся в бой с тайным камнем. Но Ганондорф был слишком силен. Он без труда отражал даже самые мощные мои атаки. Король Рауру осознал, что нам не победить короля демонов. Он пожертвовал собой, чтобы заточить его и положить конец этой битве. Война? Заточение? Чуть позже. Пришла одна из 6 мудрецов, мудрец времени, и дала нам задание. Ганондорф заточен ненавечно. Без особой силы Линку будет с ним не справиться. Прошу, дайте ему силу горонов. Силу управлять огнем. И в этот момент все было решено. Одолеть Ганондорфа — наша мечта. Клянусь, когда Ганондорф вернется, мудрец огня пробудется вновь. И я сражусь бок о бок с Линком. Я все рассказал о войне заточения и судьбе горонов. Ты спас Горонград, но король демонов вернется. Йоноба, прошу тебя, возьми тайный камень и исполни мое обещание мудрецу времени. Сразись бок о бок с рыцарем Линком. Я верю в тебя. Я должен сражаться бок о бок с тобой? О, и я должен унаследовать это? Правда? Мой предок был более представительный, так сказать. Но если я откажусь, то как я буду смотреть в глаза другим? Надо, наконец, повзрослеть. Я покажу, на что способен! Thank you.
В этом кольце моя сила, которая всегда будет с тобой. Даю слово, она не оставит тебя никогда. Клянусь тебе. Пошли назад, Гора-Гора.